Так, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня представим на суд зрителей ваше видео, которое вы снимали в день деревни Бергамак, 350-летие. Расскажите про это, как вы снимали. Ну, что я там снимал? Видео я в основном направлении какое было? Председатель колхозов, какие у нас там были. Ага. Ну вот одного не упомянули, там Иваненки, ага. А я, вот при которых я работал, Глушков, Федоров, Моисеев, хорошие вот эти председатели, я в основном их и снимал. И это, хорошие председатели были, с ними можно было робить, кашу варить. Понятно. Вот я в основном их снимал. Ну, я на диск скинул, вот поеду завтра. И они в Мурнце живут, Лужков, Костина. Поеду и отдам им, чтобы им память была хоть маленькая. Ну и, как говорится, те, кто не был на данном празднике, пускай смотрят и наслаждаются этой праздничной атмосферой, правильно? Да, да. Вспомнят. Узнают знакомые кто, лица. Да, кто-то где-то, сейчас же все поразъехались. Кто-то посмотрит, вспомнит Бергамак. Ну я кое-что там даже это скидывал, когда не заснял. На это не хватило у меня на диск. Места не хватило. И вот я там как снимали эту, она у меня заснята. Призы со столбов. Ну в компьютере-то есть у меня все. Оно так там 2 часа с лишним. Ну куда же? А диск не вмещает. Надо диск покупать 8 гигабайт. 60 рублей стоит. Ну, я для себя-то сделал, все в компьютере там. Ну, ладно. Папку. Смотрите, как говорится, и наслаждайтесь. Да. Вчера не было, сегодня повесили вечером, Бог заезжал со мной. Узких-то нет. Ой, Петя, какая на камеру у нас. Старейшие жители Бергамака. Вот встретились с Окуневскими. Петя, ты вот так вот обведи, а потом фотографию можешь сделать, ага. Не, по сумочку потом это. Поймал там, нет. Ну а как? Да пошли. Ветерочек, а вот это, ну,
момент созрело, тот момент, когда нужно что-то обновлять, что-то делать новое. И вот благодаря усилиям нашего основного сельхозпредприятия, во главе с Чопом Александровичем, родилось такое благоприятное и грандиозное детище. Это действительно знаковое событие. Посмотрите, как все красиво выглядит. Поэтому я думаю, что к этому памятнику будем относиться очень нежно, очень трогательно и беречь его на многие годы. Я хочу сказать, что у нас составлен план на дальнейшее преобразование и улучшение данного места этой всей территории. Здесь будет фонари, здесь будет аллея, здесь в будущем, возможно, будет и фонтан. Чтобы люди могли спокойно прийти с детьми, посидеть, отдохнуть. Поверьте, это будет. Я искренне поздравляю вас сегодня с таким знаменательным датом. Всего вам доброго, здоровья, счастья, всего доброго. Внимание! Наступает торжественный момент. Почетное право открыть памятник землякам, не вернувшимся с войны, предоставляется Глушкову Василию Петровичу и Федорову Владимиру Александровичу. Негасима память поколений о тех, кого так свято чтим. Давайте, люди, встанем на мгновенье и в скорби постоим и помолчим. Помянем всех погибших на войне, кто голову сложил в годину злую, но не отдал свою страну родную на поруганье вражьей стороне. Давайте тихо тосты возгласим, чтоб память их не осквернить словами. Давайте мы минуту помолчим. Погибшие, мы все в долгу пред вами. Прошла минута скорбного молчания, но с нами остается навсегда, и вечно будут жить воспоминания о павших в эти грозные года. Почтим память наших земляков возложением венков и цветов. Россия в декабрьскую стужу, перед тем, как садиться за праздничный стол. Вспомни тех, кто присяги тебе не нарушил, кто берег тебя вечно и в вечность ушел. Помяни нас, засыпанных ветром и пылью, пулеметами врезанных в скальную твердь. Запиши нас в историю горестной былью и рубцом материнское сердце отметь. Помяни нас, Россия, и злых, и усталых, одуревших от зноя, без сна,
без воды, отмеряющих жизнь от привала к привалу, от беды до беды, от звезды. России и никогда не забудем героические подвиги нашего народа в Великой Отечественной войне. Никогда не забудем мы тех, кто, не жалея своей жизни, сражался за свободу и счастье грядущих поколений. Обещаем упорно учиться, чтобы быть достойными нашей великой Родины, нашего героического народа. Солнце Родины любимой озаряет все вокруг, и взлетает белокрылый голубь мира с детских рук. Мир герои отстояли, помнить их мы поклялись, пролетая в синей дали к обелиску опустись, чтобы взрывы не закрыли небо черной пеленой. Голубок наш белокрылый, облети весь шар земной. Этот памятник – скорбь народа по погибшим, вечная признательность солдатам-землякам, не вернувшимся с войны. От имени всех жителей села Бергамак выражаем искреннюю благодарность всем, кто помог увековечить память о невернувшихся с полей сражений. В первую очередь хотелось бы отметить помощь Чопозова Павла Александровича. Вам всем, кто вынес ту войну в тылу или на полях сражений, принес победную весну, поклон и память поколений. Дорогие друзья, на этом торжественную церемонию, посвященную открытию памятника землякам, не вернувшимся с войны, прошу считать закрытой. Соколов Анатолий. Соколов Анатолий. Да. Сейчас западем их сын там концерт будет. Ну, Виктор Дмитриевич была его сын. Тетя Кать Соколова, которая работала. Это отца еще. Нет, это я уже. Здравствуйте. Нет. Не знает, наверное. Нет. Ой, уже теперь деды все старые. Ну, а тут вообще детский сад. Вот там. Сейчас посмотрим, что это. А, что? Все. Это. Мельница сняли.
Вот, короче, ты прям лечь, прям лечь, прям лечь. Алина, Айда, порывайся сюда.
Так, давайте. Наших не подведем. Не подведем. Что там, сколько времени? Время смотрите, чтоб. Я смотрю. Сколько висит? Полторы. Цепляйтесь. Давай хоть на пятихатку провести. А это только дело. Серьезно. На бутылку. 2 минуты. Давай, снимай. Но он по-любому привези время. Давай, дядя Вась, еще минуту и руку строй. Минута. Минуту. Ровно минуту проезжал.